Всем привет, сегодня мы играем в PyBMX Street. Итак, короче, чуваки мне заказали какие-то там трюки, свои линии в истории в Инстаграме. Вот, Инстаграмчик оставлю свой ниже, где-то здесь, внизу, видоса будет Инстаграмчик. Итак, короче, заказали какие-то линии свои, которые придумали. Сейчас я попробую их выполнить в игре PyBMX. Посмотрим, что из этого получится, насколько вам зайдет эта рубрика. Короче, пишите в комментарии, что как. Давайте, погнали. Сейчас раскатаемся чуть-чуть. Если кому-то интересна карта, которая будет в видосе, то пишите в комментарии, я скину ссылки там. Ну и вопросы какие-то по пайпу, может какие-то предложения вы мне можете скидывать, все. Сейчас определюсь первым заказом и попробуем его выполнить. Что, давайте попробуем сделать первый заказ. Это будет Янчика заказ, это Ванетти Бар на Смит на Half-Cup DS. Сейчас попробуем. Ну, First Strike, как бы, трючок был легкий, давайте дальше. Так, Zen, T420, что-то тут накрутил. Crank Flip на Crank Car, на Railride, с Railride, Vanity Bar, Half Cup VIP-чик, давайте попробуем. Попробуем на такой сложной перилке, сейчас посмотрим, сколько попыток понадобится. Реально ли вообще на ней? Так, ну какую-то тему взял. Кранкарм. Кранкфлип на кранкарм уже реально, сейчас попробуем добрать. Все, заказик тоже оказался легким. Ушло на него примерно попыток 10. Давайте продолжим. Так, следующий заказ. Дань заказал мне Мэнл, Ванетти, Фулка, Барчик. Сейчас сделаю достаточно лайтовый заказ. Не обращайте внимания, что кого-то называю по инстаграму, кого-то по имени, потому что кого-то знаю, кого-то нет. Я усложню себе задачу и буду пробовать Railride Manual Vanetti Fulka Barчик. Так, все, я уже на новой карте и уже нашел место, где можно попробовать заказ. Сейчас давайте попробуем. А, это сложно запрыгнуть еще, оказывается, но сейчас попробуем сейчас. А, это походу вообще Unreal. Ладно, чуваки, я уже думаю, то, что не стоит усложнять, давайте сделаю так, как было. Все, ба. Итак, и следующий заказ уже от Никитоса, либо NoFoot, либо Треха VIP. Ну, NoFoot, конечно, это вообще по угару. Давайте треху VIP просто сделаю через Еврофаник. Там сложно вкатить, попробую. Да, видите, типа, не долететь. Сейчас надо прикататься. Фу, вообще плоскачь, я не понимаю. Надо вкатить. Да, чуваки, случайно барчик добавил, я думаю, вы простите. Все, переходим к следующему заказу. И да, этот видосик можно считать предновогодним. Поэтому я сейчас сижу здесь, играю с вами в PyBMX. На улице снег, нам еще не построили крытый парк. Поэтому вот такой вот видосик я решил сделать. Ждите видос из нового парка, который уже строят. Так, что там у нас следующее? Следующий заказ, наверное, я сделаю. Руси Перекина, Ванетти, VIP на Bar на Backwards. А, нет, чуваки, это вообще Unreal, потому что здесь приземляешься с высокой высоты и... Высокая высота, да. Короче, на Backwards Manual не приземлится, он сразу падает. Так что давайте так... Его второй заказик. Smith Nose Decade. Вот это сейчас попробуем, давайте. Так, ну все, в принципе, новая карта. И здесь я уже нашел место. Сейчас попробуем сделать этот заказик.
Йоу, со второй попытки. Класс, обязательно. Так, Витёк загадал, короче, много здесь трюков. Фибл Смит Табаган и Ванетти Дабл Фулл Кап Халф Кап Бар. Сейчас попробую совместить в одну линию. Бау, давайте дальше пойдем уже. Так, переходим к следующему. Макс Сополев заказал Ванетти на дабл, на фулл кап бар, на бэквардс, на бар. Давайте попробуем эту тему. Ну и что-то я думаю, это вообще что-то жесткое. Фулл кап бар на бэквардс, на бар, это что-то, ну, такое себе. Сейчас попробую. Ну, блин. Типа угарчик какой-то. Чё, почти сейчас было, ща. Походу в руках трюк. Да, вот здесь удобно делать. Пацаны, напишите также в комменты, интересна ли вообще эта тема, или завязывать, удаляя пайп и снимать только жизнь, только видосы, боемикс в реале. Пишите в комменты. Короче, на той релокации было это вообще почти нереально. Попробую сейчас здесь. Здесь, если не получится, то все, сори, не буду делать. Все, чуваки, так сойдет, короче, UBMX, все дела, но идем дальше. Так, следующий заказ уже от Санька. Он гадает, опа, Фибл, Ванетти, Фибл на Смит, на Ванетти, опа, Смит, опа, Айс, Ванетти, барчик. В принципе, заказ реальный, но я не сделаю, это вообще здесь как бы, ну, невозможно, опа, Фибл на Ванетти, Фибл, поэтому сделаю опа, Фибл на Ванетти, дабл. Ну все, я думаю, так покатит. Мне, честно говоря, впадлу это переделывать. Так что следующий заказ от Тёмчика. Ванетти бар на дабл. Поперили вниз на Opel Hellcap DS. Ну, выбрал я этот спотик для заказа. Еще раз, Ванетти бар, дабл, поперили вниз на Opel Hellcap DS. Все, давайте сейчас сделаю. Давайте первую часть сейчас чисто. Оп. Ну, это лайточки были, давайте дальше. Какое-то полное мясо от Ninja LXRD. Сори, если неправильно прочитал. Итак, заказ Ванетти на дабл... Ванетти дабл бар, на бэквардс, на фулл кап вип, на халф кап хеликоптер. Я думаю, сейчас очень долго буду запариваться над этим. И вы увидите уже только, как я сделал этот заказ. Все, смотрите. Это где-то 50-я уже попытка, и у меня так жестко горит уже с этой темой. Все, сейчас самый главный момент, пожалуйста. Идем дальше. Так, следующий заказ. Возьму снова Витька. Он заказывает Фибл, бар, мэнул, на дабл, на опа, випчик. Сейчас сделаю. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Кому понравился видос, обязательно пишите в комментариях, делать ли еще подобное. Все, до следующих видосов. Всем пока.